Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня покажу, как на устройстве Honor 6X добавить отпечаток пальцев. Для начала переходим в настройки, затем в раздел отпечаток пальца, управление отпечатком пальца. Затем выбираем дополнительный способ блокировки экрана, это может быть либо пин-код, либо пароль. Я выберу пин-код, вводим наш пин-код, затем его подтверждаем. Затем выбираем функцию отпечатка пальца, то есть разблокировку экрана. Находим сканер отпечатка пальца, который у нас находится вот здесь, и тыкаем его нашим пальцем несколько раз, примерно таким образом, чтобы он запомнил наш отпечаток. И отпечаток добавлен. И теперь при помощи отпечатка пальца можем разблокировать телефон, не вводя никакого пин-кода, ничего, просто касаемся датчика пальцем, и телефон разблокируется. Могу даже кнопку не нажимать, просто так вот прикоснуться, и телефон разблокирован. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.